Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 61, упражнение номер 6. В 4 одинаковые банки разлили 20 кг меда. Сколько потребуется таких банок, чтобы разлить 30 кг меда? Итак, 4 банки разлили 20 кг меда. Чтобы узнать, сколько меда разлили в одну банку, нужно 20 разделить на 4. Это получится 5. 5 кг меда в одной банке. Сколько потребуется таких банок, чтобы разлить 30 кг меда? Чтобы узнать, мы 30 разделим на 5. Это получится 6. 6 банок потребуется, чтобы разлить 30 кг меда. Записываем ответ. 6 банок. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.